Привет всем, ребят. Нахожусь сейчас в Горном Алтае, на реке Башкаус. Вот она, сзади меня. Вот наш лагерь. Вчера мы вечером приехали. Нашел я это место. Классно. Здесь никого нету. Вот, мы здесь оставили палатку. Вчера, конечно, нас намочил маленько дождь. Вот. Но потом он кончился, мы поставили палатку, короче, и переночевали здесь. Сейчас я иду на слияние рек Башкаус и Чебдар. Вот. Поднимаюсь вверх по Башкаусу. Да. 3,5 километра. Буду идти рыбачить. Вчера уже попробовал 2 хорюзей крупных, хороших я вытащил. Вот, надеюсь, сегодня мне тоже повезет. Что, ребята, один есть, первый пошел, как говорится. Первого не отпускаем, это что-то маловато, конечно, но заберем. На черную взял. Самая моя любимая рыбалка, вот так вот вдоль речки идти, кидать, рыбачить. Блин, просто обожаю. Особенно когда горная речка такая, вокруг горы красивые. Я просто тащусь. Короче, шел и уперся в брод. И сразу такое разветвление. Что-то я не понял, что за речка, откуда она маленькая такая взялась. Просто, и где она обратно впадает, вот в чем вопрос. Что там я на машине проезжал, там ее не было. Блин, придется в брод идти. Ну что делать? Сейчас попробуем там покидать, вон там. Может быть, там кариус есть. Ребята, смотрите, какая красота вокруг. О, я прям не могу. Там ручеек небольшой бежит. Вон. Блин, когда солнце здесь, вот облачность, вообще такая красота. Просто обалден. Ну, пока что-то рыба не берет. Не знаю почему. Вечером как-то лучше хватало. Сейчас что-то молчит. Иду дальше, пробую. Обрел вот на такое место шикарное. Приют туристов. Есть столик вот. Клумбы даже, смотрю, сделали. Вон какие красивые, прикольные. Зон. Штуки всякие интересные. Там вон баня, наверное, была. Вон еще одна клумба. А здесь вот табличка. Приют туристов. Новокузнецк. Блин, прикольно. Новокузнечане, короче, здесь тусуются. Ребята, новокузнечане, привет, с Прокопьевской. Вон, коряга какая-то прикольная. Лавочка, дрова даже есть. Красота. Блин, сейчас вот здесь надо покидать.
Место-то интересное. А как они сюда заезжают, интересно? Блин, где-то там дорога с той стороны, наверное. Ну классно, классная полянка здесь, конечно. Обалденная. Ладно, будем знать теперь, что здесь такая поляна есть интересная, красивая. Дорогу как промыло. Река тут по дороге из русла вышла. Яму такую промыло. Там уже другую дорогу сделали. Как промыло. Корнями еще. Ну что, друзья, шел-шел я, короче, уперся в прижим. Буквально 800 метров осталось, или даже 600, если вот здесь вот напрямую 600 метров до слияния двух рек. Чубдар и Башкал. А дорога, получается, ну, там он базу ребят строит. Дорога вон там идет, и она вот так вот поверху. И вот сейчас думаю, то ли идти туда наверх, то ли нет. Но я нас все-таки схожу я, потому что оттуда вид должен быть красивый. Но он и отсюда-то неплохой такой вид, шикарный, так скажем. Но оттуда вообще, наверное, бомбический вид будет. Наверное, подымусь я все-таки. Но я охота все-таки дойти до слияния рек. Вот, что я зря шел. Вот. Поэтому, наверное, все-таки я дойду. Как говорится, цель поставлена — дойти до слияния рек. Значит, надо дойти. Да и что-то хариуса я всего 2 штук поймал. Блин, что-то не хочет он брать, не знаю, в чем причина. Может быть, там будет выше брать. Не знаю пока. С дорогой я погорячился, конечно. Она кончается и на ту сторону уходит вброд. А здесь чисто, я так понимаю, конная тропа, скорее всего. Фу. Пойдем по ней. Потому что, правда, здесь кони поднимаются. И вообще, каменистая такая тропа. Шик-шик-шик, такими ступеньками. Фу, уклон хороший. Фу, запыхался аж. Вроде все. Ух ты. Ух ты, пух ты, вид какой. Ух, сейчас обзорная площадка. Оба-на. Красотули. Красотули. Ой, ветерок. Класс. Там вот за скалой, скорее всего, слияние. Потому что вот видно, вот вода такая голубенькая, зеленая. А оттуда вот темновато. Получается, вот это, по-моему, Башкаус. А оттуда вот Чебдар бежит. Сейчас вот туда повыше подымусь. Оттуда видно должно. Блин, там место такое внизу классное. Блин, прижим этот дурацкий. Фу, скала. Высота-то хорошая такая, уклончик. Блин, ну что, надо сходить туда по-любому. Блин, спускаться-то так же, наверное, круто, как и подниматься. Пойду, пойду. Места там шикарные, смотрю. Да, я был прав. Вот он, Чебдар, получается, бирюзовый. Оттуда Башкаус бежит. Блин, внизу люди, я в ужасе. Загорает, лежат. Блин, как туда спуститься вниз? Я не пойму, откуда там люди-то? Может, они на лодке туда забросились? Странно. Как они там оказались вообще? Блин, а тропа-то, смотрю, так вот вверх-вверх и уходит. Блин, а как на речке-то спуститься? Ёкарный бабай. Сейчас посмотрю, она вообще к речке идет, а то, может, не стоит спускаться туда. Брел на дерево вот такое вот, с веревочками повязанными. У меня веревочки нет. Да и ни к чему это. Я не знаю, для чего они это делают, конечно. Ну, это, как говорится, их традиция. Я вниз уже подхожу к речке. Но есть одно но. Походу, это рыбаки, которые шли впереди меня. Ладно, все равно попробуем. Надеюсь, все рыбу не забрали. Да и мне самому интересно посмотреть, потому что на речку, блин. Ну, они там где-то на слиянии, они, видать, вверх ушли, потом спустились ниже.
Иду по конной тропе пока. Это как-то к речке надо подобраться еще. Ну что, ребята, вот он, красавец, чердак. Ух, какой. Смотрите, как у сосну завалил тут. Ой-ой-ой. Чуть выше надо там подняться, там он перекатит. Пробовать там покидать. Блин, похож на большой козырь, наверное. Вода чистая, светлая. Красавчик. Просто красавчик. Пойду выше поднимусь. Ребят, в общем, взял отсюда. Немного бух поменял. Вот сюда. Ну что, ребята, миссия выполнена. Я на слиянии двух рек. Смотрите, какой классный здесь пятак. Прям, блин, пляж галечный. Только крупный. Это. Но ребята, вот, которые здесь отдыхали, я когда наверху, он там был на горе, они меня видели, они вот здесь отдыхали.
Они, походу, здесь все прокидали уже. Потому что они пошли туда выше, еще по тропе, по конной. Вот. Блин, туда бы на ту сторону бы и вдоль Башкауса пройти бы. Но никак, тут течение вообще сильное, никак не перейдешь. То есть попробую здесь еще покидаю. Если ничего нету, значит все, я домой. В общем, ребят, поймал еще двоих здесь. Ну все, наверное, пойду я. То мои меня потеряют, как ушел с концами. Я своей вообще сказал до обеда. Но рыбалка это такая заманчивая штука, увлекательная. Время летит незаметно. Вот, сейчас мне предстоит подняться вон туда наверх. Вон туда, вот тропа вот так, потом вот так, и туда наверх, потом вниз. Вот здесь вот этот перешеек, вот маленький, буквально там, там вода, там прижим не пройдешь. Приходится вот так вот вокруг идти. Блин, это капец вообще, там крутой такой подъем. Да. Еще маленько вода бы спала, и там можно было бы пройти. Вот так же по камням, ну сейчас пока никак. Так что придется сейчас карабкаться. Сел вот передохнуть я на камушек. Внизу вид такой шикарный. В общем, хотел рассказать, что я. А как мы вообще сюда попали? На Башкауз. Вчера поехали на мыс Кырсай, короче. На песчаную косу туда. Приезжаем, все. Во-первых, мы туда ехали, там дорога. Ужас. Я таких страшных, ужасных дорог давно не видел. Только у нас где-нибудь в тайге, там, вот, в самых ебенях, вот честно. Вот, туда приехали, кое-как доехали, везде все перегорожено, какие-то бревна лежат, ямы, канавы, ухабы, лужи. Ладно, хрен с ним, приехали. Приезжаем, заезд через базу там, ну, кто был, тот знает, там, через базу, как мы, паром там, туда-сюда. Спрашиваем, как заехать, они, типа, 100 рублей заезд и... 250 палатку типа поставить. Мы, ну ладно, хрен с ним, там отдали бы как бы эти деньги. Заходим на эту косу, на песчаную, а там реально помойка, просто помойка. Вот я сейчас фотки поставлю, вот фотки я делал, фотографии там фотографировал. Реально просто помойка, там все в дровах, все в мусоре. Во-первых, от песчаной косы осталось 50 метров, где можно поставить там палатку, машину там. В воду вообще не зайти, все, палки торчат, коряги торчат. В общем, в воду вообще невозможно зайти. Ну как там купаться-то вообще, там ну, просто конец. Люди берут деньги за это, да, там 100 рублей за палатку, 200, ну, 250 за палатку, да, грубо говоря. И 100 рублей заезд. Ребят, ну вы совесть-то имеете. Ну вы хотя бы уберите тогда этот коряги, эти мусор соберите, я не знаю, там лавочки поставьте, потом уже деньги берите. Вы за что деньги-то берете, я не понимаю. Просто за то, чтобы мы приехали туда и поставили палатку. Да нахрен надо на этой помойке там жить. Вы что, прикалываетесь, что ли? Вы дорогу сделайте нормальную. Если вы хотите зарабатывать деньги, так вы тогда создайте условия для того, чтобы люди могли к вам приехать и отдохнуть. А не так, что люди приехали, а помойка, давай здесь на помойке встанем. Деньги отдадим и на помойке встанем. Ребят, вы что, прикалываетесь? И вообще меня просто вчера бомбило из-за этого, это конец. Ну и в итоге что, мы развернулись и поехали. Просто я вот 3 часа своего времени я просто убил. Вот просто убил. Вот то, что туда проехал по этой конченной дороге, пока там посмотрели, пока вернулись сюда. И тут у меня в голове мысль, ну то есть я запасной план-то держал, что я знаю, что здесь есть места, ну красивые места тут на речке на Башкаусе. Вот здесь можно порыбачить и так далее. Вот, и тут не надо никому ничего платить. И все, и мы заехали, что-то ехали. У меня жена ругалась, блин, куда едем, непонятно, короче. Раз, ну, дорога такая, как бы плоховатенькая, ну, проехать можно, как бы. И это, все, раз, место шикарное, вот речка, пожалуйста, все там. Только приехали, палатку поставили, дождь, ну ладно, хрен с ним, палатку успели, поставили, все. Все, короче, и вот так вот мы оказались здесь. Ну, это, ребят, если поедете, вот на Алтай поедете, не езжайте на мыс Кырсай. Реально помойка. Нечего там делать. Реально нечего. Потому что там засрано все. Ну, как говорится, все, что хотел, сказал. Ну все, ребят, вернулся я к своей.
палатки. Вот, классная рыбалка получилась. Блин, обалденно, мне понравилось. Штук, наверное, 12 я поймал. Вот. Прогулялся, наверное, километров 8 точно я сегодня нашлепал. Можно было туда дальше сходить, но в другой раз как-нибудь. О, вот наша палатка. Все, ребят, на этом все. Всем пока.